Вот примерно так ловко биткоин уходит от регуляции, уходит от банков. А банки этого боятся? Знаете, почему они этого боятся? Вот посмотрите еще один короткий видос. Это оплата транзакций с помощью биткоина или эфира, я отсюда не вижу, в Эль-Сальвадоре. Вы понимаете, что банки больше не нужны как третья сторона и просто как паразитирующий класс на теле народа мало еще кто это понимает ребята и это наше с вами счастье это наш с вами успех потому что мы все еще очень рано мы все еще первопроходцы этой замечательной криптоиндустрии и технологии блокчейн ну это было такое лирическое вступление а теперь мы начинаем всем привет вы на канале крипто комменс это уже второй видос на сегодня эфириум classic ребята эфириум classic захожу я такой на байбит и вижу что эфириум classic мой любимый запампили уже на 32 процента на 32% подлетел эфир. Настоящий эфир, хочу заметить. Кто не в курсе, эфириум классик — это настоящий эфир, то есть изначальный блокчейн эфира, потому что тот эфир, который ETH, он, кстати, запампился сегодня на 13%, он не настоящий, то есть это форк, это реально хардфорк эфира. И если кто вдруг не знает об этом всем, обязательно посмотрите наш старый видос про хардфорки, понятный с объяснением, с инфографикой и так далее. Сейчас он появится тоже у вас, как всегда, сверху в правом углу экрана. Откройте его, поставьте на паузу и потом посмотрите. Ну так вот, давайте же попробуем разобраться, о чем это нам говорит вообще, что эфириум классик уже пробил вот это вот сопротивление, посмотрите, и попер уверенно на очень хороших объемах. О чем это нам говорит с вами? Ну, во-первых, о том, что это, походу, опережающий индикатор. Все остальные альты, соответственно, давайте попробуем сегодня найти те альты, которые еще не улетели, которые тоже сейчас почти все потенциально формируют вот такое двойное дно. Ну, кто-то скажет, что это тройное дно, но на самом деле глобально это двойное дно с выходом наверх. Собственно, фильм Классик показал дорогу. Ну кто мы видим, еще этого не сделал. Dash еще этого не сделал. Даже нисходящее сопротивление не пробил. Трон, тут немножко другая картина. Трон вообще находится вот в таком восходящем канале. Но тоже он еще не отыграл вот это вот падение как классик. Аудио, монета, моя любимая из новых тоже еще особо не выбилось даже из нижней границы. Посмотрите, аудио еще даже не пробил наклонку. Вот где-где, а я жду большущий памп, так это по аудио. Смотрите, он недавно стоил полтора доллара, а у Time High у него 5. Вот, то есть тут вот такое движение вполне может быть. Но давайте все-таки про Ethereum Classic. Более детально на TradingQ посмотрим. Эфириум Classic, он же настоящий эфир, в отличие от многих своих собратьев, в прошлом году весной показал очень хороший Импульс, я бы назвал это начальный импульс. И то это мы смотрим график с биржи Полоникс, где он переписал свой all-time high 2018 года, всего меньше, чем в 3 раза на 135%. Но это неправильный график, потому что на Полониксе тогда зафризили торги эфир классиком, и он дошел только до 110%. Но на Binance, если вы посмотрите, он доходил и на других крупных биржах до 180. То есть, реально, вот у него был all time high где-то здесь. То есть он в прошлом году уже показал 300 прирост от предыдущего all-time high, то есть 4 икса. То есть с абсолютного дна, кто помнит, с нами вместе его набирал, мы его набирали на абсолютном дне, он выдал половиной тысяч процентов, ребята. То есть монета показала что интерес к ней есть, у, в том числе тех, кто отвечает за памп монет. <laughs> вот. Что мы дальше видим? Что эфир классик с тех самых пор не сложился ниже этого уровня, то есть это пока еще на сегодняшний день, это нельзя сказать, что это был просто памп и дамп. И сейчас, я бы сказал, критически важный момент для эфира классика, потому что если мы говорим о бычьем рынке, то это у нас было, грубо говоря, раз, это у нас было АБЦ, коррекция, 2 и сейчас у нас будет три, третья волна с выходом уже куда-то гораздо выше. Если же все-таки рынок медвежий продолжается, то, соответственно, это ложный отскок дохлой кошки куда-нибудь там на 30 долларов максимум, и уходим мы вниз и закрываем вот это вот лоу, закрываем весь этот импульс. Ребята, это станет понятно в ближайшее время, когда эфир классик дойдет вот до уровня примерно 30 долларов вот до сетки MA Ribbon. Если он ее пробьет и закрепится над ней, над 30 долларами, то это все, это to the moon. Если же нет, ребята, то походу и биток будет долго еще во флете стоять. Но какие монеты еще не улетели? Хотя вот я смотрю на недельный график, и понимаю, что это смешно говорить, что он улетел. Хотя вот это вот памп на 30 с чем-то процентов, чтобы вы понимали. Вот. Еще таким образом не улетел биткэш. Из стариков, да, из форков. Биткэш все еще на 111 долларах сидит. Смотрите, он даже еще не позеленела свечка, хотя здесь зеленая точка. Биткэш, который недавно стоил 1600, сейчас стоит 100. Как бы тут потенциал тоже налицо. И вот он уже на разворотной находится на 4 часовом таймфрейме, на разворотной формации W. После шикарной дивергенции двух желтых точек. Очень похоже, что биткэш сейчас тоже помпанет. Тем более, посмотрите, у нас здесь сетка MA Ribbon развернулась в бычью сторону только что. Вот. Dash очень похоже выглядит на него. Litecoin. Zcash я даже открывать не буду, тоже выглядит похоже. Но вы скажете, это все старье какой то грин. Че по новым монетам? Где бешеные иксы? И я вам скажу, ребята, вы, конечно, опять, наверное, меня не послушаете, скажете, что гриня всех скамит, но это каста. Это монета каста, которая упала уже практически до цены листинга и очень недалеко от э, приватсейла сейчас цена. И я докупаю каста. Вы будете смеяться, я прям по маркету покупаю каста на высвобожденные средства с профита. И давайте посмотрим, как мы можем запампить на минутном таймфрейме касту семью сотнями долларов. Посмотрите, бай по маркету. Бенч, и мы нарисовали сейчас вот эту свечку, прикиньте, чуваки. Сейчас ее, конечно, сдуют, скорее всего, но это в краткосроке. В краткосроке кто-то разгружается. Но я вам точно могу сказать, что это не Карл, не второй Карл и никто из команды. А в долгосроке, ну, и надо быть конченным дебилом, чтобы не понимать, что это стрельнет очень-очень сильно. Потому что проект сейчас развивается, в Европе идет тестирование приложения, уже Mainnet. И как бы, ну, тут потенциал даже до Понимаете, да, докуда? Тут мульти-иксы просто. Мульти-иксы, и я думаю, что с переписыванием вот этого хая, потому что масса adoption есть. Но это не прямо сейчас. Это будет может быть э -э гораздо позже. Это может быть ложный, потом вот так вот. Но потом все равно наверх. Понимаете, как бы это ни было, все равно все дороги ведут наверх, даже если через еще ниже. Вот почему каста, ребята. Вот почему каста. Это ваш билет в беззаботное финансовое будущее. Бидау, кстати, тоже. Бидау, ребята, там сейчас очень многие хейтят, говорят, что у них неограниченная эмиссия, бесконтрольная там но это все говорят тоже люди, которые не понимают, которые не верят в крипту и думают, что это чисто спекулятивный инструмент. А глобально посмотрите на битдау, просто на этот график. Ну как тут можно не купить? Вот видите, я купил лонг. В моменте там может быть даже дороговато, но вот на дневном таймфрейме видно, что прям на донышке. Ребят, ну это как бы даже если еще сходит чуть ниже, это, это как бы ну вот потенциал-то опять же какой огромный. Битдау — это будущий BNB. Это можно сказать биржевой токен Bybit. Он здесь нужен для ланчпадов, для токен сейлов, для всего-всего. И и, ребят, ну это вопрос времени, пока он тоже стрельнет там на десятки, а может там и сотни долларов. Понимаете? Терпение награждается. Умеющий ждать дождется. Вот, что я вам хотел сказать сегодня. Поэтому... Смотрите-ка, Амана, вот, например, особо не стреляет, потому что я вам говорил, что она перекупленная. А вот Матик стреляет, но Матик тоже все еще, ребята, перекупленный. Он может улететь, конечно, высоко, может, но в целом Матику, вот, он стоил недавно 1 цент как бы, а сейчас стоит 76. Поэтому, ребят, ну, по-хорошему, если учитывать, что это пузырь, то ему красная цена-то как бы 20 центов на дне медвежки. Поэтому аккуратней с матиком, несмотря на то, что зеленая точка. Э, да, он может дать очень хороший импульс, как и всякие Ниры, Аваксы, Саланы. Но, тем не менее, уже перекупленные альты, на мой взгляд, в пользу недокупленных, которые сейчас вот здесь, проигрывают. То есть, на мой взгляд, опять же, лучше брать касту, битдау из новичков, ну, хоть Полкадот тот же самый, который тоже на лоях, но мы не знаем, мы не видим его, а, у него еще не было циклов. Ну, да, не, он уже, кстати, близко к своему а, вот этому сопротивлению, уже пришел на ретест сопротивления. Короче, чем дольше цикл у монеты, тем понятнее, тем лучше видно где она находится. Вот. Ну и по Ripple, кстати, Ripple тоже все забыли, из него вышли, а ведь там успешный результат. Вы знаете, что отклонили заявку, СЕК отклонил заявку на то, что Ripple это ценная бумага, суд, точнее, отклонил их э, ходатайство, или как это правильно называется. И этот Макалеп, или как его там зовут, который дампил 6 или 7 лет по рынку Ripple, он весь свой Ripple слил, и больше ему продавать нечего, поэтому забытый Ripple тоже может показать хороший тузамунчик. Так что, ребята, короче, все риски на себя, как всегда, все ссылки в описании. Будьте осторожны, крипта это будущее, но 99% крипты это скам конченый. Поэтому желаю вам накопить больше биткоина и еще тех нескольких монет, которые выживут. Желаю вам их распознать и стать финансово независимыми. Ну и конечно же, быть здоровыми и всегда на позитиве. Всем роли, всего хорошего. Пишите свои идеи в комментариях, свои альткоины в комментариях. Мы их обязательно посмотрим на следующем стримчике. Спасибо, что посмотрели этот ролик. И пока-пока!